просыпайся, мы проспали. Будильник не прозвенел. Почему не прозвенел? Не знаю. Сломался, наверное. У нас же совещание. Лена. Лена, просыпайся, мы проспали. Давай. У тебя сегодня открытый урок. Опоздаем, будут проблемы. Подъем! Денис, просыпайся, опаздываем. Я сегодня в школу не пойду. Что? У тебя контрольная по математике. Давай, вставай. Не пойдет он. Мари, смотри. Что? Рубашка не глажена. Ты ее гладила вообще? Конечно, гладила. Может быть, в шкафу помялась? Жилетку надень, будет незаметно. Ну и что, я должна там целый день париться, что ли? Не ворчи. А что, я в школе есть буду? Бутерброды. А, понятно. Пока. Всем привет. Пока. А что, чипса сегодня не будет? Вот твои чипсы, они полезнее. Я терпеть не могу этот салат. Пошли. Влад! Спасибо. Хорошего дня! Алло. Наконец-то. Да. Третий раз тебе звоню, Мариш, ты чего трубку не берешь? Привет, Светик. Прости, телефон в спальне, я на кухне не слышала. А телефон у тебя что, к кровати прибит? Ладно, проехали. Ну что, ты готова уже к встрече с Кэт? Ну, Мариш, ну послушай, ну Катя раз в год приезжает из своей Швейцарии, а ты забыла. Ну как можно было? Да, действительно, как. Ладно, давай, собирайся и главное не опаздывай, хорошо? Хорошо. Все, пока, до встречи. Надо ускориться. Пап, а ты придешь ко мне на открытый урок? Ты стала ботаном. Леночка, я не могу. У папы много работы. А ко мне на тренировку? Я, между прочим, единственная из группы делаю Вериал Хиллфлип. А это очень крутой трюк. Вериал. Тундра. Сама тундра. Так ты придешь? Денис, извини. У меня проект горит. До вечера. Come, night. Come, Romeo. Come, though day and night. For thou wilt lie upon the wings of night. Whiter than new snow on a raven's back. Come, gentle night. Come. Loving black broad knight, give me my Romeo. And so, when he shall die, take him and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night. And pay no worship to the garish sun. Ну что ж, с первым вопросом все ясно. Переходим ко второму. Влад, где твой гений журналистики? Должна быть с минуты на минуту, Юрий Матвеевич. Ну-ну. Здравствуйте, прошу простить мое опоздание. Пробки. Прошу. Благодарю.
мы вас очень внимательно слушаем. Я долго думала над нашим проектом и вот что поняла. Чтобы сделать правильную рекламу домов нового поколения, которое производит ваша замечательная компания, нужно создать правильный имидж. Что такое дом? Это уют, тепло, семья, близкие, понятные всем ценности, для некоторых мечта. Согласны? В моем журнале есть рубрика «Вечные ценности». В ней известные люди дают интервью о самом сокровенном. Что сделаем мы? Пообщаемся с вашими звездными клиентами, которые уже живут в домах нового поколения. Скрытая реклама – самая действенная. Согласны? Ну что ж, мне нравится. Идея хорошая, Элла. Кирилл, что скажешь? Идея рабочая. Можно будет, кстати говоря, подверстать туда ваше мини-интервью. Ну-ну, это лишнее. Нет-нет, ваш коллега совершенно прав. Интервью с вами необходимо для полноты проекта. С вами и с другими представителями руководства. С президентом компании, в первую очередь. Что, Денис? Не выходит каменный цветок? А знаешь почему? Потому что не нужно распыляться. Или математика, или скейты. Если, конечно, ты хочешь представлять нашу школу на Олимпиаде в этом году. Кстати, мы получили вчера программу. Приз победителю среди шестых классов. Поездка в Лондон с посещением знаменитого городского университета. А я был в Лондоне, Вера Константиновна, с родителями два раза. Значит, тебя, Сита, вычеркиваем. Третий раз в Лондон – это уже перебор. Так, тихо, все решит контрольное. Кстати, я приготовила специальное тестовое задание, которое определит лучшего из вас. А пока что, Завадский, Ситник, сосредоточьтесь, пожалуйста, на контрольной. Классно сыграла. Лучше всех. Даже лучше меня. Ой, спасибо, скромная ты моя. Интересно, а сколько мне баллов поставить? Я ведь только один раз сбилась, правда? Правда, вообще никто ничего не заметил. Привет, девчонки. Не мог тебе подойти. Меня приятно удивил твой английский и актерское мастерство. Браво. Спасибо. А вы, собственно, кто? А я, собственно, кастинг-директор. В одном рекламном агентстве. Сотрудничаем с иностранными компаниями. Олег Романцев. Думала когда-нибудь об актерской карьере? Странно. Все девчонки мечтают быть актрисами. А она дипломатом. Молодец. Идем. До свидания. До свидания. Ты мою папку не видел с документами? Там документы, билеты, паспорта. Какие билеты? И в Барселону. Какие же еще? Барселона – это круто. Хотя, конечно, с женой, наверное, не так. На сколько дней летите? На неделю. Танюха бы меня убила. Ты видел, что у тебя на галстуке? Чего на галстуке? Элла постаралась. Блин. Вот ты когда-нибудь спалишься, Влад. Маринка еще ничего не подозревает,
Женщины обычно такие вещи чувствуют. Ты-то откуда знаешь? Отец-герой. Ну, это ты знаешь зря. У моей вон после четвертых родов пунктик открылся в голове. Она теперь меня обнюхивает, обыскивает и смс-ки, и бумажки все вынимает. Нет, у меня еще до такого не дошло. Ну что, придется домой ехать. Зачем? За галстуком. У меня же сегодня встреча с инвесторами. Да купи ты галстук. Ага, сейчас. Ты знаешь, сколько приличный галстук стоит? Тебя откуда тебя знать? Алло. Привет. Малыш, слушай, ну, тебе, наверное, придется одну поверить, да? Дома нас скачет, да? Извините. Малыш? И главное, я же просила Марину, чтобы не опаздывала. Угу. Так нет же. У тебя как со временем? Ну, нормально, у меня всегда есть пару часов. Боже, какая прелесть. Ну, отставь ты этот телефон. Ну, я пытаюсь красиво сказать. Ой, боже, Катюш. Просто Маринку жалко, реально. Давай выпьем. Давай. Быт засосал девчонку. Я ее сама больше месяца не видела. Серьезно. Живем в одном городе, да? Просто невозможно оторвать человека от кастрюли сковородок. Слушай, у меня же родители убьют. Чего? Мне кажется, уже видно. Ну, я только приземлилась и уже напилась. Нет, ну пускай скажут спасибо, что ты еще этого раньше не сделала. Там, в небе. Я лично без этого не летаю. Серьезно? Ну да, у меня фобия. Мариша. Ну, дорогая, привет. 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 Выпьешь? Смотри. Выпьешь? Наверное. Ну, чудесно. Выпьешь? Выпьешь? Не, не буду. Я потом вареная целую. Ну, слушай, Мариш, прям те твои сковородки и стиралки не простят. Молочек, Свет, можно перестань, пожалуйста? Чуть-чуть. Спасибо. Мы сами. Как ты? Я прекрасно. Ой, у нашей госпожи Остендорф все прекрасно. Угу. Понимаешь, наша девочка только что вернулась из круиза по Средиземному морю, так что у нее все прекрасно. Давай, показывай фотографию. Ну, хорошо. Да, ладно. Давай. А почему нет? Наш лайнер. Да. Это же надо. Наша каюта. Номер люкс. Ой, кто бы сомневался. Ну, Алекс сделал мне подарок. Он очень старался. Сейчас, подожди. Где же? О, вот, наконец-то. Вот это Алекс мой. Ну, немножко тут позеленел. У него была морская болезнь, девочки. Ну, что вы понимаете? А, вот смотри. Вот это вот моя Мишель маленькая. Красавица. Чтоб ты понимала, я ей вообще не занимаюсь. Алекс все делает. У них такие взаимоотношения. Я только расслабляюсь, отдыхаю, кушаю, выпиваю немножко. В общем, счастливые. Да, счастливые люди. Ладно, ты рассказывай. Как у тебя дела? Да у меня все нормально. Влад работает, Ленка учит английский, у Дениса успехи в математике. Вот. На Средиземное море мы еще пока не ездили, у нас кредит нужно отдавать. За недвижимость. Ну, на Черном отдыхаю. О, ну, прекрасно же. Черное море, это прекрасно, я считаю. На работу не тянет? Ой, ну, Катюш, какая работа? Разве на педагогике сейчас заработаешь? Ну, не знаю, какие у вас тут зарплаты сейчас. Ой, ну, конечно, прям ты никогда не знала, сколько учителя в школах получают. Ну, у меня столько дел дома, поэтому вот моя работа, это мой дом. Да, Мариш, у всех вообще-то работа и у всех дела. Между прочим, я приглашала Маришу к себе в редакцию, когда было место. Но куда там нам? У нас работа. Кастрюли до сковородки. Свечка, ну, всех по-разному. Понятно. И, между прочим, шеф меня очень ценит. Да ты что? И как тебя ценит шеф? Меня шеф очень хорошо ценит, Мариша. Ты слышала, Мариша? Да, мне Влад звонит сейчас. Алло. Где мой желтый галстук? Влад, что случилось? Послушай, у меня важная встреча, я ждал ее полгода. Желтый галстук посмотри справа в шкафу. И справа, и слева нет его. Куда ты его делал? Владик, ну посмотри внимательно, может быть, он упал. Девочки, извините, у меня экстренная ситуация с Владом, мне нужно отлучиться. Ну, Марин, ну что это? Я, может быть, еще вернусь. Ну, 5 минут не прошло. Как это так? Подожди, я, может быть, еще вернусь. Ну, только пришла, ну, Марин. Извините. Ну, ты уж, пожалуйста, вернись. Да, все. Давай. А знаешь что? Мне вот этот ее Влад никогда не нравился. Нужно подумать, он вообще кому-то нравится. Кроме Марины, конечно. А давай за то, чтобы всем нравится. Давай. Влад, ты дома? Вот же он.
Володя из Парагвая 5 гуарани 78 года прислал. Представляешь? Офигенно красивая монета. Так, приедем, я тебе покажу. Ой, Жень, я в этом ничего не понимаю. Вообще, я тебе завидую. Я тоже когда-то пробовала коллекционировать всякое разное. Монеты те же, наклейки, марки. Но это так скучно. Привет, Лен. Могу отвезти тебя домой. Нет, спасибо. Нас с Женькой, ее мама отвезет. Хорошо. Он вообще в курсе, что тебе 15? А ему, наверное, уже лет 40. Ну, не 40, но где-то около 30. Даже если так, он вдвое старше тебя. Привет, девчонки. О, привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Как дела? Отлично, все. А кто это с вами? Кто это? Никто. Ты что думаешь, она моложе нас? Чё, господи, напугал. Это она с вами любовница. Тихо-тихо-тихо. Мариш. Не надо, Марина. Чё, с ней поговорить? Да успокойся ты! Подумай, что будет потом. Мне все равно. Уверена? Смотри на меня, Марин. Хочешь одна остаться? Ровно 5 лет назад я сделала точно такую же ошибку. Ты прекрасно об этом знаешь. Хотя муж молил меня, чтобы я все забыла, просила его начать все сначала. Нет, я же гордая, выперла его. И что? Вон у него семья, дети, а я? У тебя карьера. Карьера? Марин, да я бы 1000 раз променяла свою карьеру на семью, да на кастрюли с горшками. Я ненавижу выходные, Марин. Мне выть хочется по ночам, а ты? Я думала, тебя устраивает твоя жизнь. Конечно, устраивает. Так, держу марку. Как мне жить с ним после всего этого? Ну, как и раньше. Постарайся все забыть. О детях подумай. Они же обожают своего папашу. Кстати, не исключено, что они вообще за ним уйдут, когда ты его прогонишь. Да, Марин, да. Слушай, не пора. А может, повторим? Я бы с удовольствием, но мне нужно Дениса собрать с тренировки. К тому же телефон где-то затерялся. Не хочу, чтобы жена разыскивала меня по рабочему месту. Ты его потерял? Ты его забыл дома или на работе завалился? Да? Почему так думаешь? Потому что, когда телефон теряют, его кто-то находит, правильно? Логично. А когда находят, вынимают карточку. Допустим. А когда я тебе звонила, шли длинные гудки. Ты мне звонила? Да. Я хотела знать, что там с галстуком. И успел ли ты навстречу? В таком случае мне точно нужно выехать домой как можно быстрее. Носки-то где? Сейчас модно ходить без носков. Ладно, до завтра.
Серый, зажимаешься, боишься, сильно зажат. Расслабься, чувак, все окей. Так, Степчик, не кричи, ты нервничаешь, кричишь все время. Ты же не Кирч, ты не Робертс. Да блин, ей можно, а мне нет. Именно так, чувак, а ты как думал? Они крутые, а ты пока что, пока нет. Так, Ник, ну ножки мягче чуть-чуть, мягче. Ты же не балерина все. Так, ребят, Олли был крутой, мне понравилось, молодцы. С координацией не очень. Соберитесь. Так, Тоха, все в порядке. Дэн. Ну, Дэн сегодня был крут. Красава. Дай пятерку. А так, в принципе, все окей. Все можно по домам. Тренинг окончен. А пока-пока. Привет. Меня папа с тренировки забрал. Привет, сынок. Ужин готов. Я тоже успела к ужину. Привет. Как прошел ваш день? Нормально. Как твой открытый урок, доченька? Нормально. А твоя контрольная, Денис? Нормально. Слушайте, мне тут Света посоветовала такой фильм интересный. Называется «Завтра будет завтра». Может, устроим семейный просмотр? Ему уже 100 лет. Тем более я мыло не смотрю. У меня завтра много работы, тяжелый день. Хотел лечь пораньше. Все, спасибо. Было очень вкусно. Василий Петрович. Thank you.
курица! Если бы я тебя задавил! Ну, в порядке? Да. Вам машина нужна? Да, да, да. Видите вон ту машину. Следуйте, пожалуйста, за ней. Я заплачу, сколько скажете. Садитесь. Муж? Да. Осуждаете? Это не мое дело. Просто... Что просто? Что просто? У меня семья рушится, понимаете? Что я должна делать? Делать вид, как будто ничего не происходит. Ждать, когда все само собой разрушится. Нет, просто отпустите его и жить своей жизнью. Вы, Дэн, не женат, если так говорите. И детей, наверное, у вас тоже нет. Не надо денег. Вот, возьмите. Что это? Моя визитка. Я тренер по восточным единоборствам. Будет желание, приходить на тренировку. Хорошо, спасибо. Девушка, вы на собеседовании. Приходите в 4 часа. У Эллы Викторовны сейчас обед. Кстати, советую почитать журнальчик. Шефиню бесит, когда претенденты ни разу не брали в руки журнал, а на что-то рассчитывают. То, что ты сдал мне под видом контрольной, это... Что происходит, Денис? Не знаю. Просто... Значит так, если ты готов побороться за право представлять нашу школу на Олимпиаде, я дам тебе еще один шанс написать тест. Ну, а если нет... Хорошо, я попробую. Ну, отдай портфель. Пожалуйста. Да. Ну, ребят, ну вы чего? Да ну сколько можно? Оп, лови. Нет, ну не идиоты, а. Чморить новенького, еще и такого несчастного. Вера героизма. Вообще, мне кажется, что у нас в классе не мальчишки, а одни кретины. Мама говорит, что это возраст. Пройдет. Ну, давай, собирай. Мне кажется, это не возраст. А диагноз? Урод. Черт. Красавчик. Да, мам. Ага. Поняла. Пока. Бабушка заболела. Мы тебя домой сегодня не отвезем. Ее поедем проведывать. Ничего страшного. Я сама доеду. Не маленькая. Да, у нас есть обязательства, но мы не оговаривали сроки их исполнения. Какие претензии?
Мы можем дать эту статью в следующем номере, а можем через номер. Так им и скажи. Пусть сначала научится правильно задачи ставить, потом ультиматумы. Элла Викторовна, здесь к вам на собеседование пришли. Сколько человек? 3. Пусть заходят по одной. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, присаживайтесь. Соколова Марина, 35 лет, по образованию педагог, учитель языка и литературы. Да, все верно. Почему вы решили пойти в офис менеджера? Здесь зарплата у вас будет не выше учительской. Я знаю, просто мне очень нравится ваш журнал. И чем же? Всем. Контентом, дизайнерским оформлением. Он позитивно заряжен, настраивает на успех. Что вас больше всего заинтересовало в последнем номере? Ну, к примеру, статья о выставке в Милане. Весьма необычная форма подачи. Хотя статья о кофе, автор явно не кофеман и путается в исторических показаниях. В каких именно? Ну, например, он пишет о легенде возникновения кофе, так как будто бы эта легенда возникла вместе с кофе, хотя на самом деле она возникла 1000 лет спустя. А вы любите кофе? Обожаю. И знаю множество рецептов его приготовления. Анна, поблагодарите, пожалуйста, девушек. Собеседование окончено, я нашла офис-менеджера. Все поняла, Эмма Викторовна. Привет. Здрасте. Садись, подвезу. Садись. Спасибо. Как дела? Хорошо. Пристегнись, пожалуйста. Ты мне живая нужна. Привычка. Я сажусь обычно на заднее сиденье. А на заднем тоже пристегиваться нужно. Разные ситуации бывают. Понятно. И зачем же я вам нужна, живая? Вот хочу предложить тебе сняться в рекламе. Заказчик — английская компания. Ролик тоже на английском, поэтому знание языка необходимо. Почему я? Есть же модели, профессиональные актрисы. Потому что ты красивее любой модели. И органичнее любой актрисы. Такой ответ тебя устраивает? А что за реклама? Косметика. Премиум класса. Ну, мне нужно обсудить это с родителями. Конечно. Хотя, как показывает практика, родители — это тупиковая ветвь эволюции. Могут зарубить любую идею, даже не вникнуть в суть. Замечала? Да, точно. Предлагаю обсудить детали будущей работы за ужином в ресторане. Сейчас? Сейчас я не могу. Я не готова. Я не могу сейчас. Я никого не предупредила. Хорошо, хорошо. Я не тороплю. А в чем мне нужно быть? Да в чем угодно. Это же не школа. Форма не требуется. Хорошо. Алло, Женька? Слушай, ты помнишь то розовое платье?
Да, оно мне очень-очень нужно. Сегодня. Сейчас. Мариша, привет. Привет. Я не опоздала? Нет, это я раньше пришла. А, красотка. А можно вас? Хорошенькая. А можно кофе без молока и водичку без газа? Спасибо. Ой, выглядишь хорошо. Костюмчик такой хорошенький, идет тебе. Спасибо. И вообще, я рада, что ты на работу устроилась. Ну, реально, журнал крутейший просто. Ну, правда, главред еще та стервозина. Ничего, ты же у нас дипломат, да? Это любовница Влада. Да ладно? Да. Элла Барцева, любовница Влада. О, Господи. Как же тебя так угораздило. Ваш заказ? Слушай, ты что, специально к ней устроилась на работу? Ну зачем? Хотела понять, что в ней есть такого, чего нет во мне. Извини, но это мазохизм. А Влад знает, что ты в Элле работаешь? Пока нет. Ну ты даешь. Скажи, на нее можно найти какой-нибудь компромат? Чтобы что? Отомстить ей хочешь? Поверь мне, Элла и не таких в порошок стирала. Я не знаю, что делать. Попробуй устрицы, они здесь вкусные. Они очень дорогие. Да не смотрите на цену. Я достаточно зарабатываю, чтобы угостить красивую девушку ужином. Ну ладно. Я могу принять заказ? Да. Мадемуазель будет устрица. А я фонбан и литюризи и бутылочку вина нам красного. Хорошо. Ужин без вина. В французском ресторане это практически пощечина шеф-повара. Нет, нет, мне не надо. Спасибо. Вы пейте, я не против. А я против. Во-первых, против, чтобы ты мне все время выкала. А во-вторых, один глоток для настроения еще никому не повредил. Вообще, ты знаешь, что в Италии вино пьют даже дети. А во Вьетнаме едят скорпионов в сахаре, и что? 1-1. Папа тут? Еще не приехал. Папа, нет. А ты чего крадешься? Фу, да тебя вином несет. Не выдумывай. Ши, глаза пьяные. Ты что, наклюкалась? Ну, я всего пару глотков. Капец. Моя сестра алкоголик. Перестань, никакой я не алкоголик. А, ну да, не алкоголик. Ты алкоголичка. Не ори. Вот родаки-то обрадуются. С ума сошел? Ты мне скажешь. Почему это не скажу? Обязательно скажу. Хотя, у меня тут тест по математике завалялся. Ты знаешь, я с математикой не бум-бум. Да? Ну тогда найди того, кто бум-бум. Или... Ладно, шантажист, тащи свой тест.
О, пап, привет. Всем добрый вечер. Ух ты, как вкусно пахнет. Уже давно все остыло. Сейчас только руки помою. Мам, мне надо сказать тебе одну новость. Лена завтра идет на концерт классической музыки со своими одноклассниками, да, Лена? Нас заберет мама Женьки. Угу. Ух ты. У меня для вас тоже есть новость. Я выхожу на работу. В школу? Нет. В журнал. Называется «Деловой стиль». Вы наверняка видели его в киосках. Что за дикая идея? А кто будет смотреть за детьми, за домом? По-моему, мы прекрасно живем на мою зарплату. К чему эти эксперименты? Ну, я просто засиделась в домохозяйках, дети уже выросли. А потом график у секретаря вполне нормированный, поэтому за домом тоже буду успевать. Секретаря? Мам, ну в твоем возрасте это как-то уже не солидно. Как же не солидно, если секретарь главного редактора? Теперь это называется помощник руководителя. Бред какой-то. Наконец-то приехал. О, привет, я тоже рад тебя видеть. Кирюха, короче, у меня тут такое. В общем, Маринка устроилась к Элле на работу личным секретарем. Угу. Прости. Извини. Очень смешно. Делать-то что? А она знает, что Маринка твоя жена? Да нет, конечно, ты что. Элла такая, что сразу сдастся из вредности, а не потому, что проболталась. А, ну, значит, Марина в курсе твоих подвигов. Таких совпадений просто так не бывает. Это исключено. Я свою жену знаю, она простая, как тетрадь в линейку. На такую авантюру она не способна. Я не вижу в таком случае проблемы. Живи себе спокойно. Главное, к Эле в офис не ходи. Кирюх, ты не понимаешь? А если Маринка притащит нашу фотографию на рабочее место? В рамочке поставит или на компьютере вместо обоев? Вот я сейчас не понимаю, ты о жене больше переживаешь или о любовнице? Баран, Кирюха, я о себе переживаю, понял? А я говорил... Я говорил. Доброе утро, Григорий Никитич. Доброе утро, Мариночка. О, ты не спешишь? Можешь мне пару минут уделить? Да, конечно. Что делать? Да вот никак не могу натянуть шланг на ниппель. Очки забыл? Не попадаю. Давайте. А ну, давай попробуй. А ну-ка, давай. А, вот так теперь. Ага. Вот. Вот, молодец. Нет. Тут мужская сила нужна. Ой. Оно у меня спускает, ага. Потому что крысы все покрышки погрызли. Ну ничего, я сейчас их ядом угощу, и все. Вон несколько пакетиков на базаре купил. Так, попробуем. Опа. Вот и все. Спасибо, дочка.
Доброе утро, Мариночка. Доброе утро. Хочу первой поздравить Эллу Викторовну. Так. Очень красивый букет. Спасибо. О, столько времени потратила, чтобы выбрать цвет роз. С цветом вы угадали. Правда? Знаете, мне тоже так показалось. Давайте я поставлю вам. Ой, что вы, что вы? Извините. Я хочу лично вручить. 4 класса – это много. 2, максимум 3. Да. Нет, 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 они с нами еще за прошлые публикации не расплатились. Так что пусть ни на какой бартер даже не рассчитывают. Пожалуйста, набери меня и проконтролируй. Всем конец связи. Дорогая Эллочка Викторовна, от всей моей большой и благодарной души поздравляю вас с днем рождения. Вы для меня пример настоящей леди. Анна, спасибо. Красивый букет. Хватит реверансов. Скажите, пожалуйста, сколько у нас полос рекламы в этом номере? Ой, точно не помню. Надо посмотреть. Посмотрите, пожалуйста. Марина, зайдите ко мне, пожалуйста. Здравствуйте. Сходите, пожалуйста, после обеда в этот магазин, там есть адрес, и заберите для меня пакет. Если что-то там не поймут, не разберутся, скажите, что это для меня заказ из Рима. Хорошо. С днем рождения, Элла Викторовна. Спасибо, Марин. Приготовьте, пожалуйста, кофе, не могу проснуться. Влад? Я уже на работе. Знаешь, что я подумала? Мы сегодня не пойдем в ресторан. Давай закажем все домой. Я давно мечтала поесть в постели. Тебя ждет ночь сюрпризов. Марина? Марина, что произошло? Марина, посмотрите на меня. Поднимайтесь. Поднимайтесь. Это всего лишь чашка. Так бывает. У всех когда-нибудь что-то разбивается. Будет серия рекламных роликов. Я играю сразу несколько королей. Представляешь, как круто? Ты же хотела стать дипломатом. Передумала? Нет, конечно. Просто интересно посмотреть, попробовать, как это снимается. Все это говорят. А потом богема затягивает, и все. Конец. Почему конец? Да потому что тебя снимают. Говорят, что ты талант, который свет не видел. А потом забывают. Ты сидишь как дура и ждешь новых ролей, а их нет. Максимум, что могу предложить, это роль Снегурочки в новогоднем утреннике. Ты говоришь, как 30-летняя тетка. У меня мама психолог. О, понятно. Секунду. Лёва, привет. Привет. Можно тебя на секундочку? Скажи, ты не мог бы мне помочь с одним математическим тестом? С каким именно? Вот, смотри. Такая задача для 6 класса. Хотя и сложная. Да, для 6 у меня
Брату нужна помощь, он не может решить. Ладно, решу. Спасибо. Подожди. А ты не боишься потерять авторитет самой популярной девочки в классе? Чего? Ну, отвела меня в сторону, чтобы никто не видел. Стыдишься общаться с ботаном? Нет, конечно, нет. Просто... Стыдишься. Скажи, а почему ты не сопротивляешься? Почему ты позволяешь им издеваться над собой? А я пацифист. К тому же, ну, посмотри на меня. Они ж меня прибьют в первую минуту. Все записали домашнее задание? Да. Коваленко, мне нужно заглядывать в твой дневник? Да записала я, Вера Константиновна. Почему мне не верите? Потому что в прошлый раз там было написано параграф, не помню какой, на какой странице, тоже не помню. И куда только смотрят твои родители? Наверное, на какие-нибудь древние руины. Они на неделю укатили без меня в Грецию. Ладно. Завадский, Ситник, что у вас там с тестами? Сделал за 2 часа, Вера Константиновна. Денис? Я сдам свой на следующем уроке. Хорошо. Сам решал? Да. Завтра оба, после уроков, подойдите ко мне. Я проведу устное тестирование по последним 3 темам. Блиц-опрос займет не больше 20 минут. Все свободны. До свидания. До свидания. Счастливо. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Денис, что с тобой происходит? Тебе больше не интересна математика? Честно? Не знаю. Очень жаль. Тебе многое дано. То, что остальные выгрызают зубами, ты хватаешь, как перышко на лету. Вернее, хватал. Денис, ты перестал учиться. Что случилось? Может, ты влюбился? С чего вы взяли? Скажите еще. Ладно, иди. Жду тест. Привет, ты где? Привет, Степ. Я в школе, но уже еду домой. Нужно подготовить математику на завтра. Будет устный тест. Да ну я твою математику, мы тебя уже на тренировке ждем. Я, Серега, Ника. У меня с подшипниками на скейте проблемы. Я тебе свою дам погонять. Давай, чувак, не тупи. Жень, я сегодня с тобой домой не поеду. Но если вдруг тебе будет звонить мама, скажи, что мы на концерте, я где-то рядом, там, в зале. Прикрой, короче. Я ее, конечно, предупредила про концерт, но мало ли. Про какой еще концерт? Ты куда собралась вообще? У меня встреча. Свидание? С этим? Нам нужно обсудить будущий ролл. Где? Пока не знаю. Может, у него в офисе. Ой, Лен, не нравится мне все это. Он тебе не приставал? Да нет же. Слушай, если бы приставал, я бы с ним не встречалась. Жень, перестань копировать свою маму. Олег порядочный, умный, начитанный, веселый человек. Мне с ним интересно. А еще он приедет через 10 минут. Ладно, поняла. Нам с мамой нужно уехать немножко пораньше, да? Я никогда не сомневалась в твоей сообразительности. Идем. Алло. Ну ты чего так долго трубку не берешь? Все в порядке, Мариш? Да. А почему голос такой? Я чуть не отравила Эллу крысиным ядом. О, Господи. Ты серьезно? Так, все, я еду к тебе. Ты сейчас где? Не надо никуда ехать, она правда все в порядке. Свет, я попозже позвоню. Пока. Thank you.
Прошу. Все. На сегодня закончили. Всем спасибо. Перчатки не забудь. А понял, не забуду. Давай. Чего ты сейчас? Ну что, в парк пойдем. Я бы еще пробежечку сделал. Нормальный? Марина, здравствуйте. Вы все-таки пришли? Не поверите, совершенно случайно. Хотите потренироваться? Сейчас, наверное, нет. Ну хорошо, подождите меня здесь, я сейчас. Нет. Ничего, это пройдет. Точно пройдет. Нужно время. Хотите, вам покажу что-нибудь из своей программы? Например, восстановительное дыхание. Только пиджак нужно снять, чтобы плечи освободить. Это сюрприз. Ты любишь сюрпризы? Люблю. Но смотря какие. Присесть и нагнуться. Смотри. Ну вот, вышло же, и у тебя получится. Попробуй сделать это легче. Моя очередь. Ну вот, получилось же. Спасибо. Даже не предполагала, что это так успокаивает. Ваша дыхательная гимнастика – это какое-то чудо. На самом деле, правильное дыхание – основа всех оздоровительных программ. Спасибо вам огромное, Андрей. Мне очень помогли. Правда, мне стало настолько легче. Я рад. А вас может подвезти? Нет. Я хочу пройтись, подумать. Приходите в пятницу на тренировку. Хорошо. Спасибо. До свидания. До встречи. Спасибо. Да, Леночка. Мама, приедь со мной. Пожалуйста. Пожалуйста. Я кашляю. Лена, что случилось? Почему ты говоришь шепотом? Райдерская, 17. Квартира 3. Пожалуйста, приедь. Лена, с кем-то тебе угрожают? Лена! Мама, быстрее! Мне страшно. Лена! Господи.
Алло, полиция? Отделение полиции, слушаю вас. Пожалуйста, срочно отправьте наряд по адресу улица Рейтерская, дом 17, квартира 3. Представьтесь, кто вы, что случилось? Я мать, мне только что звонила моя дочь, ей угрожает опасность. Что произошло? Где вы находитесь? Да какая разница, где я нахожусь? Вы что, издеваетесь? Успокойтесь, пожалуйста, и скажите внятно, что произошло? Да я не знаю, что произошло, она мне позвонила. Я чувствую, что ей угрожает опасность. Понятно. То есть вы чувствуете... Может, сумасшедший? Я буду подавать на вас в суд, идиот. Алло. Андрей? Слушаю. Помогите, я попала в беду. Все, понял, Марин. Не волнуйтесь, еду. Что творишь? Ей 15 лет. Да не трогала я ее, она сама сюда пришла. С тобой все в порядке? Он к тебе приставал? Нужно вызвать полицию. Да, давай, вызывай полицию, давай. Нападение на хозяина, я вас всех посажу, понятно? Да тихо ты, ты. Сюда. Тебе да. Повезло, что ты ничего не успел сделать. Ты меня слышишь? Не надо полицию. Почему? Мы не можем так это оставить. Мама, не надо полиции, пожалуйста. Ты обязательно дойдет до школы. Боже. Ты действительно сама сюда пришла? А ну я не думала, что все вот так. Мама, мой рюкзак. Это специально? Ты о чем? Помада на рубашке. Пришлось долго оттирать. О, вытри тогда еще шею, плечи и спину. Нет, это лишнее. Моя жена уже давно меня обнаженным не видела. Вечер был просто замечательный. Ты мое чудо, я тебя люблю. Спокойной ночи. Справимся. Девчонки, а что это у нас случилось? Почему чемодан на улице? Что, кто-то уезжает, что ли? Да, ты. Что? Ты уезжаешь жить к своей любовнице. Какой любовнице, Марин? Что за бред? Бред был раньше. Теперь все, игры закончились. Я ничего не понимаю. Все ты прекрасно понимаешь. Из-за твоих похождений я совсем голову потеряла. Лена из-за тебя чуть в беду не попала. Какую беду? Что случилось? Леночка, что случилось? Поздно изображать себе заботливого папашу. Уходи, Влад. Да подожди ты! Я хочу разобраться, что здесь происходит, Леночка. Что случилось? А? Ну? Пойдем. Ты уже успела и дочь против меня настроить? Что ты себе выдумала, Марина? Я себе ничего не выдумывала. Я специально устроилась на работу к Элли. Какой Элли? Ее помада у тебя на шее. Царапина. Все, пожалуйста, тебя очень прошу, уйди отсюда, видеть тебя не могу.
Да. Может, папа все-таки не виноват? Может, это сплетни? Привет. А что случилось? Куда поехал папа? Пойдем. Маму сейчас не беспокоить. Куда поехал папа? К любовнице. Чего? Что за бред? Вот и он так говорит. Это что, шутка такая? Какие шутки? Вот, жена выставила. Из-за помады? Из-за тебя. Она все про нас знает. Откуда? Не знаю. Трудно сказать. Может, догадалась. Кстати, это Марина. Что Марина? Моя жена, твоя секретарша. Я руки помыть. Это правда? Что? То, что ты выгнала папу. Правда. Он ни в чем не виноват! Денис, у твоего отца появилась он любовь. Он ни в чем не виноват! Я не хочу слушать всякий бред! Что это за сплетни такие? И вообще, как ты могла? Прежде чем его выгонять, ты должна была посоветоваться с нами, со мной и Леной! Проспала. Влад! Влад, я опаздываю на совет директоров, Влад. Ага, сейчас выйду. Алло. Здравствуйте. Мне нужна Марина Завадская. Это я. Вас из банка беспокоит. Вы знаете, что просрочили кредит по дому на месяц? Да. И когда вы собираетесь погасить задолженность? В ближайшее время. Вы можете назвать примерное число? На неделе. Следующей. Я вам позвоню в понедельник. До свидания. До свидания. А что, завтрака не будет? Ты издеваешься? Я опаздываю. Если ты хочешь есть, можешь приготовить сам, продукты в холодильнике. Да, я вижу, ты совсем мне не рада. Рада? Знаешь, давай расставим все точки над «и». Я свободная женщина, четко распланированная своей жизнью, и твой переезд в нее, мягко говоря, не вписывается. Знаешь, меня вполне устраивали наши отношения в режиме романтических свиданий. Вот как? Да, так. А мне кажется, что все, что ты сейчас наговорила, объясняется тем, что ты раздражена. Объясни, чем хочешь. А что, мне уйти? Куда?
Куда ты пойдешь? Я могу пожить и в гостинице. Комнату в коммуналке снять. Ты еще про вокзал не забудь сказать. Все, ладно, я опаздываю. Хорошо, оставайся. Но, пожалуйста, потрудись сделать так, чтобы моя личная жизнь и мое пространство от этого не очень пострадали. Андрюша, посмотри, это не твоих спортивных шарфик. Моих, спасибо. Я решила, что не буду участвовать в Олимпиаде. Во-первых, здравствуй, Денис. Здравствуйте, Вера Константиновна. Тебе не удалось сделать тест? Да, не удалось. Ну что ж, это твое право. Твоя жизнь и твое будущее. До свидания. Извините. Что ты собираешься делать? Жить. На какие деньги, Марина? Устроюсь на работу. Такую, чтобы выплачивать кредит, поверь мне, ты не найдешь. Ну, значит, устроюсь на две, на три работы. Ну, давай. На что ты предлагаешь? На толку мне тебе что-то предлагать, если ты все равно меня не слушаешь. Света, я не буду с ним жить, понимаешь? Я не смогу. Надо же. Тысячи женщин могут, наша Марина не может. Так все, эта тема закрыта, я уже все решила. Все, дело твое. Лучше скажи мне по поводу той вакансии, о которой ты говорила. Она уже занята, наверное. Ну, вспомнила, конечно, давно. Но если вдруг что-нибудь появится, имей, пожалуйста, меня в виду. Ну, конечно, безоговорочно. Я прям завтра и спрошу. Угу. Только ты же понимаешь, эти корректорские должности, там же копейки платят. Мариш, ну, правда, не те сейчас времена, чтобы разбрасываться мужиками. Мария. Элла Викторовна, вызывали? Найди мне офис-менеджера на время. Можешь взять кого-то из наших. Для вас? А Марина? Она что, увольняется? Ой, как жалко. Такая хорошая барышня. Такая ответственная, исполнительная и с шармом. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Марина, я должна вам сказать, что у меня было до вас 6 офис-менеджеров. Вы 7-я и лучшая. Я понимаю, что в данной ситуации это прозвучит странно, но я прошу вас остаться. Я увеличу вам зарплату вдвое. У меня есть резерв. Пожалуйста, сразу не отказывайтесь. Подумайте.
Марина, то, что произошло со мной, могло произойти с любой другой женщиной. Мужчина, который психологически готов к изменам, будет изменять постоянно и неважно с кем. Я вас ни в чем не виню, Элла. Правда. Просто вы тоже поймите, мне достаточно тяжело видеть вас каждый день. Я не настолько сильна. Я вас понимаю. Мне очень жаль. Может, ты сначала поешь, потом будешь играть? Лена, что случилось? Мне нужны деньги. Зачем? У моей подруги день рождения. Мы решили подарить ей планшет. Планшет? Ну, это дорогая штука. Да, дорогая. И что? Все мои подруги участвуют в этом подарке. Ну, ты же понимаешь то, что у нас сейчас... С деньгами не все так просто. Ах, значит, из-за того, что вы с папой разошлись, мне теперь дома сидеть круглыми сутками? Зашибись! Лена, подбирай слова, пожалуйста. Супер! Пойду мыть подъезды. И лучше сразу в переходы милостыни просить. Зашибись! Кстати, мне тоже деньги нужны. Нужно носки эти подшипники поменять, а то меня на тренировку не пустят. Понял. Пойду мыть подъезды. Просто очень жестко скейт толкаешь. Попробуй мягче. Пружинь в коленях. Да я-то пружиню, у меня сам прыжок не получается. Получится. Попробуй больше наклониться и корпус разворачивай. Давай, попробуй. Ай! Ай! Ой-ой-ой! Так, что случилось? Ну, попробуй встать. Аккуратно. Ты можешь наступить? Болит немного. Сажусь. Это я виноват. Не так объяснил. Слушай, никто здесь не виноват. Из нас никто не застрахован от растяжения. Это понятно, да? А может, это перелом? Был бы перелом, вообще бы на ногу не встала. Так, я за эластичным бинтом. А тебе нужно вызвать такси. Ногу сегодня лучше не нагружать. Не надо такси. Я папе позвоню, он за мной заедет. Хорошо. Ты это попробуй пошевелить пальцами на ноге. Шевелится. Ну, значит, гангрены нет. Поздравляю. Да, то пришлось бы палец отрезать. Это по-вашему смешно, да? Да ладно, расслабься. Сильно болит? Да нет, не сильно. Извини меня. Да ну тебя. Ты что? Я сама виновата. Здравствуйте. Я по поводу вакансии корректора. Опыт? У меня нет опыта, но образование филологическое. Понятно. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте, я по объявлению. Вакансия офис-менеджера. Работала в журнале «Деловой стиль». Мне 35 лет. Да, а в объявлении указано. Да, вижу. Не больше 25. Понятно. Хорошо, спасибо. Всего доброго.
Опрыгалась? Я просто неудачно приземлилась. Ты просто неудачное занятие для себя выбрала. Па, ну поосторожней. Сломаешь же. Мало того, что это опасно, и не только ногу можно сломать, так еще и смысла никакого. Одни бездельники и недоучки на этих досках скачут. Играла бы лучше в шахматы. Занялась бы фигурным катанием. По крайней мере, красиво. Пойдем в машину. Извините, что вмешиваюсь, но, между прочим, мне на скейтбординге нужен как нигде аналитический ум. Да что ты говоришь? Пойдем, Маша. Нет, ну вот подожди, пап. Вот, например, Денис. Ты с ним даже не поздоровался, хотя считаешь себя воспитанным человеком. А он свою школу 3 раза на городской олимпиаде по математике представлял. И все 3 раза победил. И в следующий победит. И в Лондон поедет. Да о нем вообще уже скоро весь мир узнает. Ты разбираешься в математике, это правда? Откуда время берешь на учебу? Это все потому, что он гений. Так, ладно, прощайтесь, я в машине. Сама дойдешь? Да. Я помогу. А ты откуда про меня все знаешь? Ну как откуда, откуда? От Янки-то. От какой еще Янки? От какой, от какой? От Степановой. Твоей одноклассницы. А мы с ней подруги. Ты ей, кстати, нравишься. Ладно, гений, мне пора. Пока. Ногу не напрягай сильно, хорошо? Не буду. Пока. Привет, доченька. Прости, опоздал. Много работы. Ты плохо выглядишь. У тебя жирное пятно на рубашке. Ты в курсе? Ух ты. Да это не пятно, это узор. Новый тренд такой. Смотри, на Африку похоже. Ло-ло-ло. Правда? Ты мне деньги дашь? Да, конечно. Вот, столько хватит? Если что, добавлю. Не-не-не, хватит. Спасибо. Пап, скажи, это правда, что у тебя появилась другая женщина? Нет. Странно. Тогда почему мама тебя? Я ничего не понимаю. Леночка, я очень люблю твою маму, никогда бы намеренно не сделал ей больно. Просто какое-то нелепое стечение обстоятельств. Сплетни завистников. Я пытался это маме объяснить, но она даже слушать не захотела. Ты же знаешь нашу маму. Когда она в чем-то уверена, разубедить ее очень сложно. И где ты живешь? Ну, эту ночь я провел на вокзале. Не переживай. Не переживай, все будет хорошо. Со мной все хорошо. Но только с Дениской маму нашу не обижать. Мама у нас очень ранимая, правда? Марина, здравствуйте. Вы у меня в спортзале забыли свой шарф. А я все думала, где его потеряла. На самом деле, я очень рада, что вы мне позвонили. Хотелось напроситься к вам на тренировку. Хотите приезжать прямо сейчас? Ну, сегодня уже поздно. Может быть, завтра. Договорились. Хорошо. До свидания, Марин.
Денис, ты не выспался или плохо себя чувствуешь? Да нет, все нормально. Лена, невкусно? Так, дети, давайте договоримся. О чем? То, что папа ушел от нас, не делает из меня врага. Во-первых, папа не ушел, а ты сама его выгнала. Во-вторых, он ни в чем не виноват. Папа мне все рассказал. Да? Что же он тебе рассказал? Это было роковое стечение обстоятельств, совпадение. А ты веришь сплетням. Папа мне все объяснил. Я и сразу знала, что он не виноват. То есть отцу вы верите, а мне нет? Я все понимаю, Юрий Матвеевич. Меня подрядчики задержали. Отчет практически готов. В четверг будет у вас. Хорошо, я понял. Будет завтра после обеда. У вас на столе. Да, Элла. Элла, давай все по порядку, пожалуйста. Что я должен сделать? Хорошо, заехать на почтовую, в бутик забрать отложенную для тебя сумку. Все, да? Заплатить сколько? Сколько? Эл, ты ничего не путаешь. Сумка не может столько стоить, это кусок тряпки. Хорошо, Эл, это кусок кожи. Эл, я не спорю, Элла. Он же стерва. О, с Эллой ворковал. Ты так без телефона останешься. Она хочет, чтобы я выкупил ее сумку по цене небольшого заводика. Ты ей не перечь. Такие, как Элла, мужиков на завтрак едят сырыми. Кирюха, тебе лишь бы поржать, никакого сочувствия другу. Ты с Маринкой мирись и поскорее возвращайся домой, пока не поздно. Я на встречу с клиентом. Мирись. Вот это так просто. Чётче. Не чисти, не чисти. Спокойней. Нога болит. Вкладывать в удар слишком много сил. Не надо. На этом этапе мы отрабатываем только технику. Извините, увлеклась. Постарайтесь освободить голову от посторонних мыслей. Следите за траекторией. Сосредоточьтесь только на движении. Не могу. Мысли лезут в голову. Парни, перерыв! Он сказал детям, что ни в чем не виноват. Как будто бы его оклеветали. Сплетники, завистники. А дети верят ему, мне нет. Сочувствую. На самом деле, я еле держусь, Андрей. Могу расплакаться по малейшему поводу. А самое главное, я не знаю, что делать. Не знаю, что делать и как жить дальше. А знаете что? Давайте тоже сделаем перерыв. Сходим в кафе, выпьем чаю, обо всем поговорим, хорошо? Давайте. Вера Константиновна, можно? Заходи, Денис.
Я тебя слушаю. Я хочу... В общем, можете мне дать еще один тест? Зачем? Я хочу его решить. И если еще не поздно, пойти на Олимпиаду. Ты точно этого хочешь? Не передумаешь опять? Ну ладно, давай попробуем. Спасибо, Вера Константиновна. Моя бабушка говорила, когда все живы-здоровы, нет повода даже нахмуриться, не то что заплакать. Да, но это, понимаешь, к сожалению, только тогда, когда приходит настоящая беда. Не дай бог, конечно. Бабушка сама меня воспитывала. Так получилось, что ее сын, мой отец, вместе с мамой разбились в машине, когда мне не было 3 лет. Я остался у нее один. Ей нужно было держаться. Сильная женщина. Сильная. И смелая. Всю жизнь егерем проработала. Браконьеры одного имени ее боялись. Мы жили в маленьком домике на вершине холма с потрясающим видом на разлив реки. Я, когда был маленький, любил оттуда наблюдать за плывущими облаками. Очень красивые места. Тебе обязательно нужно это увидеть. Риски минимальные, а прибыль 12%. Собственно, взгляните сами. Я изучил показатели. Мне самое главное здесь понимать ваш бюджет по вентиляции. Да, разумеется. Сейчас себе еще закажу, извините. Я сейчас к вам подойду. Я прошу прощения, мне нужно сделать срочный звоночек. Извините. Алло. Влад, привет. Я тут в ресторане с клиентом. Я вижу твою жену. По-моему, у нее свидание. А сколько у тебя учеников? Сейчас 3 группы. По 10-15 человек. А сколько было за всю жизнь, не подсчитать. Скажу только, что самому младшему 4 года, угу. Самой старшей 77 лет. Сколько? 77 лет. Что? Она когда в зал только пришла, переоделась в спортивную форму, один из учеников не выдержал, прыснул. Она посмотрела на него и вызвала спарринг-партнера. Отделала его так, что он 2 недели на тренировки не ходил. Ваш заказ. Слушай, ну я не мог тебе не позвонить, там твоя жена с каким-то типом. Ты настоящий друг, Кирюх. Ого! Держи. Спокойно, Кирюха. Сейчас я сам во всем разберусь. Влад, постой. Не ходи за мной, понял? Машину закрой. Интересно. Ничего, продолжайте, я послушаю. Не стесняйтесь. Что ты здесь делаешь? Да ты что здесь делаешь? Дети где? Дом пустой, холодный, она здесь... С любовником шашни разводишь. Что ты несешь? Все, пошли. Пошли. Пусти меня! Пусти! Руки убери. Ты кто такой, а? Чу-чу. Это моя жена! Тихо, спокойно. Чу-чу, ты че? Ты че? Влад, да остановись ты, Господи, у тебя все лицо в крови. У меня вся душа в крови. Все в ранах. Ты!
Прости, пожалуйста, не хотела тебя пугать. Ты просто так неожиданно исчез из кафе. Ты меня прости. Оставил тебя там как... Ну, в общем... Извини. У тебя что-то случилось? Расскажи, я пойму. Я сидел. Непредумышленное убийство. Моя жена погибла во время нашей тренировки. Это был несчастный случай, но с подачи тещи. В общем, мне дали 7 лет. Освободили через 4 условно-досрочно. Поэтому для меня сейчас любая встреча с полицией может закончиться новым сроком. Переживай, я ничего им про тебя не сказала. Кому им? Полицейским. Влада забрали в отделение. Свидетели сказали, что в драке участвовали 2. Ты и он. Я наврала, сказала, что мы с тобой познакомились в кафе. И что я понятия не имею, куда ты потом исчез. Спасибо. Я тебя, когда первый раз увидел, сразу понял, ну, то есть почувствовал, что... В общем, прости, совсем разучился комплименты делать. Не надо. Знаешь что? Я могу тебя пригласить в гости завтра. Я испеку свой фирменный пирог. Не думаю, что твоим детям это понравится. Ну что, у меня разве не может быть друзей? Все решено, завтра после тренировки мы с тобой идем вместе. Не надо со мной спорить. Даже не собирался. Денис, где ты был? Я готовился к соревнованиям. Я звонила в твой клуб, мне сказали, никакой тренировки не было. Проверяешь? Нет. Ты не брал трубку, я волновалась. Мы занимались сами, на улице. Ты голодный? Нет, я спать хочу. Привет. Лена, стой. Ты курила? Я была в клубе на дне рождения подруги. Там курили все. Ты курила? Если тебе так хочется, то да, я курила. Где ты взяла деньги на подарок? Папа дал. Еще вопросы есть? Вопросов нет. Спокойной ночи. Почему я на полу? Потому что свиней не кладут в постель. Только не говори, что ты ничего не помнишь.
действительно ничего не помню. Хватит прикидываться. Я тебе не мама и не жена, чтобы терпеть твои идиотские выходки. Мало того, что ты не забрал сумку из магазина, которая нужна мне для сегодняшней встречи, мне пришлось еще платить за мебель тобой разбитую в кафе. Или ты этого тоже не помнишь? Напился, как свинья. И мебель не помню, Элла. Слушай, хватит прикидываться. Как я тебя из КПЗ вытаскивала, ты тоже не заметил? Нет. А мне пришлось спросить, унижаться. Из-за кого? Посмотри на себя. Полное ничтожество. Элла, ну не ори, пожалуйста, и голова раскрылась. Мне плевать на твою голову, пусть она хоть лопнет. С кем я связалась? Господи, это ж ты какой-то недоразумение в штанах, а не мужик. Ты что, рот закрой? На себя посмотри, в тебе вообще нет ничего женского. Да по сравнению с моей женой ты пустое место! Все, хватит! Взял свои шмотки и пошел вон. Давай, собирайся. Собирайся, давай, давай. Быстрее, я опаздываю. Давай, 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 давай. Быстрее. Быстрее, я опаздываю, проваливай. Давай, давай, давай. Давай. Стерва! Значит так. С сегодняшнего дня в нашей семье новые правила. Все планы на день мы обсуждаем вместе с утра. Домой вы возвращаетесь не позже 9 часов вечера. Каждые выходные совместный ужин. Ровно в 6 часов, без опозданий. По поводу алкоголя и курения. Если еще раз я услышу от кого-нибудь из вас запах, запру в комнате под домашний арест. Всем все понятно? Офигеть. Если кого-то что-то не устраивает, отправляйтесь в дом любовницы вашего отца. А теперь можете завтракать. Приятного аппетита. Давно я тебя с такого бодунища не видел. Курс из 4-го. Помнишь день рождения Сереги Масленникова? Укушались мы тогда прилично. Тебе бы в баньку сейчас. То, выгляди, человеческий облик вернется. Денег у меня нет. Я кошелек в драке выронил. Карточки я, конечно, восстановлю после выходных. А налички почти не осталось. Вот, по карманам на бутер нарыл. А жить где собираешься? Ладно, можешь перекантоваться у меня. Я с женой поговорю. Она у меня хоть с характером, но в положение войдет. Спасибо. Я подумал. Есть у меня один план на этот счет. Только деньги нужны, Кирюх. Займешь? Сколько? Много. Много, Кирюх, но я все отдам. Ну не злобись ты, а? Ну я же говорю, тебе все отдам. Ну что ты начинаешь? На. Спасибо. Папа тебе привет передавал. Говорит, что ты ему вернул веру в человечество. У него своеобразное чувство юмора. Как твоя нога? Я смотрю, ты уже почти не хромаешь. Скоро смогу снова кататься. Хороший мог бы получиться кадр. Деревья, контровой свет, диагональ аллеи. Ты увлекаешься фотографией? Ну как увлекаюсь? Читаю теорию, снимаю потихоньку. Вот нашу тренировку хочу снять. Но как у Шарпа, у меня, конечно, вряд ли выйдет. Как у кого? Лео Шарп, самый известный в мире скейтборд-фотограф. А, ну да, слышал и видел. Классные у него снимки. Да, крутые. Но у меня так никогда не выйдет. Почему? Да я полный баран в технике. Все эти зумы, выдержки, диафрагменное число для меня хуже любой математики. Я себе уже всю голову об эти цифры сломала. Хочешь, помогу разобраться? Уверен, там ничего сложного. Конечно, хочу. Можем прямо сегодня начать.
Не, сегодня, наверное, не выйдет. Мне нужно к Олимпиаде подготовиться. Не обидишься? Нет, конечно. Если практиковать это каждый день, становишься намного спокойней. Начинаешь по-другому воспринимать многие вещи. Просто выдыхаешь все ненужное. Ненужные события. Страхи. Ненужных людей. Людей выдыхать сложнее. А вдыхать? Выдыхаем, как правило, легче. Даже не замечает. Расслабь плечи. Макушкой тянись наверх. Почувствуй здесь дыхание. Ты что, бежала? Боялась опоздать к семейному ужину в 6? Ничего подобного. Я просто пешком шла по улице. Это полезно для здоровья. Конечно. Мне никогда не было так хорошо. Встречать детей, кормить их ужином. Слушаю тебя. Ну что, ждать тебя сегодня? Ну, надеюсь, что нет. Удачи. Давай. Лучше уйти. Ты должна сама с этим разобраться. Без меня. Я разберусь. Дыши. Встретимся на тренировке. Марин, прости меня, пожалуйста. Я, конечно, себя вину не снимаю. Я был к тебе невнимателен, потому допустил все эти недоразумения. Но теперь ведь это все в прошлом. Мы семья, и у нас счастливая жизнь, правда?
Я многое понял, многое осознал. Мы все сможем исправить. Просто позволь мне остаться дома. Мам, пожалуйста. Мам, ну не молчи, это же папа. Ладно, оставайся. Ура! Чур, я первый на второй этаж. Серьезно, думаешь, что я лягу с тобой в одну постель? Марин, я... Ты не будешь со мной спать. Я разрешила тебе остаться только из-за детей. Не надо на большее рассчитывать. Послушай. Я понимаю, тебе нужно время и все такое. Прости. Это я под впечатлением сегодняшнего праздника подумал. А вдруг? И дети очень тепло меня приняли. Доброе утро. Доброе утро. Ты уже умылся? Зови сестру завтракать. И поживее, эту школу опоздаете. Да я их отвезу. Я так соскучился по нашим утренним проездкам. Давай, зови сестру. По твоим завтракам тоже соскучился. Подумал, запах колбака. Влад, я тебе уже все сказала. Доброе утро, Вера Константиновна. Доброе утро, Роман. Я и не опоздал, Денис еще не пришел. Дениса нет. Проходи, садись. Меня скоро родители из дома выгонят. Просто я с учебником по математике и сплю, и ем. Будет очень обидно, если я не победю. Не побежу. Не смогу победить. Да. Тут все зависит от тебя, Роман. Ну, я очень стараюсь. У меня большие планы на будущее. Здравствуйте. Здравствуйте. Опаздываешь, Денис? Извините. Садись. Итак, мои дорогие мальчики, сегодняшнее задание решит, кто будет в будущем участником Олимпиады. Прошу вас. Можете приступать к работе. Удачи. Алло. Да. Как он там? Да, я поняла. А температура упала? Что? Говорит четче, я плохо слышу. Подожди. Мальчики, я выйду на минутку, чтобы вам не мешать. Надеюсь, шпаргалками вы пользоваться не будете. Нет. Алло.
Заложим мне, да? Нужен ты мне очень. И что, мама? Совсем не рада? Нет. Мне кажется, у нее конкретный стресс. На ней лица нет. И главное, непонятно, кому верить. Понимаешь, отец говорит, что он не виноват. Что все это простое недоразумение. Тогда почему мама его выгнала, не разобравшись? Одни вопросы. Отстаньте от него, дурачье! Иди отсюда! Так, ребята, а ну прекратили. Хорошо, Мария. Держи. Что это за парень, который сам за себя постоять не может? Не понимаю. Придурок. Влад! Привет. Юрий Матвеевич, здрасте. Ну, что там с отчетом? Да вот, работаю, планирую закончить, завтра сдать. Молодец, молодец, молодец. Я тебе стажера пришлю. Загрузи его работой. Юрий Матвеевич, ну... Тогда я точно до завтра отчет не сделаю. Можно послезавтра. Да? Ну, все. Ну, Юрий Матвеевич, ну, правда, ну поручите его кому-нибудь другому. Ну, нет у меня времени с этими студентами возиться. Кроме отчета, вот работы. Возиться придется. Это Лариса Долгополова. Да-да, дочь нашего финдиректора. Она сейчас заканчивает институт, потом ей нужна практика. Ну, а потом... Евгений Анатольевич пристроит ее в наш плановый отдел. Вот так. Так пусть она туда сразу и идет. Заводский, этот вопрос не обсуждается. Ей нужно ознакомиться с системой отчетов. Так что давай, принимай, не обижай. Да, самое главное. Никаких интрижек. Юрий Матвеевич, ну... Что? Ну, Юрий Матвеевич, ну... Да. Она, барышня, видная, ты у нас тот еще ходок, так что... Иначе Долгополов сожрет нас обоих, живьем. Все, пока. О чем вы говорите, Юрий Матвеевич? Мне сейчас не до интрижек. Все, на сегодня закончили. Всем спасибо. Спасибо. Следующая тренировка в четверг. Вась, ну что ты? Нормально? Андрей Константинович, хотелось попросить. У меня круговая подсечка плохо получается. Вы сейчас не заняты? Вообще-то занят. У меня сейчас индивидуальные занятия. Давай так, в четверг приходи на полчаса пораньше. Мы с тобой все подробно разберем. Все, хорошо. Спасибо. До свидания. Счастливо. До свидания. Привет. Извини, я опоздала. Да ничего страшного. Переодевайся, начнем. Может быть, сходим куда-нибудь? Что, сегодня нет желания тренироваться? Нет. Влад вернулся домой. Я ему разрешила ради детей. Они очень сильно просили, потому что они очень сильно любят своего отца. Но ему я сказала, что у нас с ним больше не будет никаких отношений. Ты думаешь, дети не заметят обмана? Им нужно время, чтобы принять эту ситуацию. Поэтому давай пока не будем афишировать наши отношения. То есть ты предлагаешь встречаться тайно? Чем тогда мы лучше твоего мужа? Тем, что мы его не обманываем. Он знает, что я его больше не люблю. И что теперь у меня есть ты. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. А, я ваша новая практикантка. Лариса. Долгополова, да. Но лучше Лора. Очень приятно. Вадим Игоревич Завадский. Очень приятно. Ну что, вот занимайте место за этим столом. Хорошо. В общем... Ну, а мы чем-то займемся? А, вот, сейчас, секунду. Так, давайте-ка вот начнем с этого. Вот, вот прошу. Принимайте. А что это? Это производственные документы. Попробуйте самостоятельно разработать план материально-технического обеспечения нашей компании. А этого всего в электронном виде нет? Есть, конечно, есть. Но так удобнее. Можно разложить все бумаги, спасибо, все бумаги на столе, сверить данные. Дикость какая-то. Вы серьезно? Вполне, вполне. Ладно. У тебя что-то случилось? Ты всю тренировку промолчал. Да, родители. Не знаю, как у тебя, у моих одноклассников большинство родителей в разводе. Некоторые своих отцов даже никогда и не видели. Я всегда гордился своей семьей. А теперь получается, что я такой же, как и они. Папа-то вернулся, но... Мама его не принимает. Ну, может, все еще будет хорошо. Мои родители тоже разводились. Папа даже на целый год уходил. И ничего, теперь вместе живут. И кажется, даже счастлив. Может, только кажется? Может, завтра в театр сходим? Театр — это вечер, а вечером должна быть дома. Тогда в кино? Ты хочешь со мной целоваться на последнем ряду? Это обязательно. Не надо. Мой район вдруг кто-нибудь увидит. Завтра приду на тренировку вовремя. Пока. Это кто? Твоя мама? Мне пора домой. Теперь понятно, кто виноват в том, что случилось. И почему ты выгнала отца, тоже понятно. Денис, что ты имеешь в виду? Я видел тебя только что. Да как ты можешь? А еще отца в чем-то обвиняешь? Послушай, да ты! Сынок! Подожди! Денис, открой! Денис, я тебе все объясню. Открой, пожалуйста, сынок! Что случилось? Закрыться. Дэн, ты в порядке? Господи, он что-то с собой сделал. Денис, ты можешь открыть дверь? Пусть она уйдет. Целовалась с тем мужиком. Вообще-то он не мужик. Это правда, что из-за него ты выгнала папу? Нет, неправда. Он вообще тут ни при чем. Значит так. Теперь папа с нами. И все будет так, как прежде. Ты должна порвать со своим любовником, иначе мы с Денисом уйдем из дома.
В общем, здесь и вот здесь данные расходятся. И еще в трех местах разные цифры. Ну что ж, неплохо для начала. А вы думали, что я ни на что не гожусь? Так, ладно, будем считать, что первый день стажировки зачтен. Ну а пока по домам. Когда я встретила и полюбила другого человека, ты это хочешь разрушить. Ты как смерч разрушаешь все на своем пути. И дети, они теперь меня ненавидят, потому что ты в этом виновата. Как же нужно меня ненавидеть, чтобы произнести такое? Ладно, я не тороплю. Просто прошу тебя, дай мне время все исправить. Я не могу без тебя, без наших детей. Когда ты меня выгнала, я многое понял. Перед тобой совсем другой человек. И он готов ждать, очень долго ждать. У меня к тебе одна просьба. Пускай наши дети думают, что между нами все хорошо. Право делать их несчастными и лишать их детства. Свет, только вот не надо мне сейчас говорить о семейных ценностях и тому подобное. Ну, что ж ты меня позвала тогда? Хочу с тобой поделиться. Потому что ты моя самая близкая подруга и просто больше не есть. Хорошо, давай делись. Только я все равно знаю, в чем проблема. Ты не можешь простить Влада. Я влюбилась. В кого? Свет, по-настоящему. Кого? Его зовут Андрей. Он мой тренер. Нормально. Нет, ну правда, как поплакаться там жилетку, не знаю, работу найти, так я у тебя лучшая подруга. А тут такие события вообще последние узнаю. Я в шоке. Поздравляю. А что ж тебя не устраивает тогда? Замуж за него хочешь? Тебе штамп в паспорте нужен? Не нужен мне никакой штамп в паспорте. Мне дети поставили ультиматум. Если я его не брошу, они уйдут из дома. Вот засранцы, а. Да сюсюкалась с ними. А может, просто шантажируют, а? Нет. У Ленки мой характер. Если она что решила, так... Ну, понятно. И Денис тоже самое. А Влад что? Влад. Влад играет в великодушие. Так фальшиво. Извините, а можно нам водочки? Два по 100. Доброе утро, Лора. Доброе. Я просмотрела несколько документов и нашла несоответствие. Да вам с таким даром не в отдел планирования. А в ревизионную комиссию идти нужно. Да. У меня вообще острый глаз.
и аналитический склад ума. Я поставлю эту папку в шкаф, а все, что нужно, я сохранила на компьютере. Привет. О, ты сегодня вовремя. Нам не нужно больше видеться. А почему? Я не хочу обманывать детей. Они счастливы с отцом. А ты? Я переживу. Неужели наши чувства для тебя совсем ничего не значат? Значит. А тогда зачем? Объясни мне, зачем ты приносишь себя в жертву? Я тебе уже объяснил. Да чушь это все, чушь! Чушь! Это не поддается никакой даже женской логике. Я себе не так представляла наш разговор. Серьезно, а как ты себе его представляла? Да, конечно, любимый, давай будем страдать друг от друга на расстоянии. Это так возвышает, да? Может быть, ты меня еще ударишь? Случайно не при таком же разговоре погибла твоя жена. Поздравляю вас, мальчики. Вы оба достойно справились с тестовым заданием. Денис, у тебя единственная ошибка. У Ромы все чисто. Но есть одно но. Одну из задач ты решил непривычным способом. Мы его еще не практиковали. Я допускаю, что ты мог постичь его самостоятельно, но тогда возникает вопрос, а почему ты не применил его в решении других задач? Не советовался ли ты с интернетом, когда я выходила из класса, Ром? Конечно, нет. Вера Константиновна. Ладно. Мне нужно подумать. До Олимпиады еще есть время. Так, дети, открываем тетради. У нас сегодня новая тема. Ну что, в принципе, все в порядке. Только вот эти данные, они некорректны. Чтобы их получить, нужно поднять статистику за 2 квартала. Но я поднимала. Не видно. Ну, я правда поднимала. У меня вообще природный дар. Поднимать что угодно. Ксюха обзавидуется. Кстати, ты сегодня пойдешь с нами на дискотеку? Нет. Нам же завтра еще реферат по английскому сдавать. Ты что, уже написала? Нет, но у меня вся ночь впереди. Я ночью не умею. Засыпаю. Ладно, ну в любом случае. Ты ж подтвердишь. Я своим сказала, что мы идем на занятия в английский клуб, а твоя мама нас вечером заберет домой. Нет, Лен. Извини, я так не могу. Я вообще не очень умею врать. А тебе и не надо врать. Ты должна просто подтвердить, что мы были вместе. На всякий случай, если они решат проверить. Нет. Извини. Нифига себе, подруга называется.
Именно потому и подруга. Помнишь, чем закончилась прошлая история с Олегом и моим прикрытием? Да ничем она не закончилась. Олег бы ничего не сделал, если бы я ему не разрешила. Да, я испугалась и позвонила маме. Я все равно не буду брать на себя такую ответственность. Фу, ну ты и зануда, оказывается. Чего ж ты дружишь тогда со мной? Уже не дружу. Старик, да у тебя просто дар попадать в неловкие ситуации. У меня? Нет, это твой конек. Ты с таким трудом вернулся к жене. Что ты опять делаешь? Я в шоке. Так, так. Маринка меня к себе не подпускает. Сказала, чтобы на секс ей даже не рассчитывал. И правильно делает. Чтобы вернуть все, нужно время. Сколько? Сколько? Год, два. Я взрослый, нормальный мужик. Так ты не распространяйся о том, что видел. А вот я сейчас пошел с рупором всем рассказывать. Мужик. У-ху! Ну, музыка классная. Ты сегодня в ударе. Музыка, музыка хорошая. Все, давай, пока. Поехали. Секундочку. Смотри, у Саньки тут срочная встреча образовалась, поэтому мы не сможем тебя подвезти. Не сможете. Но тебе вот так вот через парк будет ближе всего. Так, через парк? Да. Окей. Нам просто долго. Тема, я долго. Понимаю. Ладно. Я сама дойду. Все, давай. Пока. Пока. Есть нам еще пивасик? Приголяйся. Ты куда спешишь? Эй, коса! Помогите! Помогите! Запрыгивай. Ну, концовка все равно была неправдоподобная. Почему-то? Классический хэппи-энд. Да ну, фигня. Ему же на голову 3 тонны свалилось, он бы не выжил. А то, что он телепортировался весь фильм, тебя это не смущает, да? Это же фэнтези. Ну да. О, мам, привет. Слушай, есть что-нибудь пожевать? А то вообще голодный, как волки. Мойте руки за стол. Угу. А где Лена? В гимназии, у нее английский клуб. Женькина мама заберет ее вместе с Женькой. Вообще-то как-то поздновато для клуба. Алло, Валерия, добрый вечер. Это мама Лена Завадская. Скажите, пожалуйста, вы же забрали девочек из гимназии? У них сегодня английский клуб. Понятно. Спасибо, до свидания. У нее не было сегодня никакого английского клуба. Женя весь вечер дома готовит реферат. Ну, значит, где-то задержалась. Спасибо тебе большое. Ты меня спас. Если бы не ты, я не знаю, что бы случилось. Кстати, что ты делал в сквере? Катался. Я увлекаюсь велогонками. Коплю на спортивный велосипед. А пока не купил, на обычном тренируюсь. А ты что тут делала? Домой шла. Кстати, мне надо было позвонить родителям, чтобы они не волновались. Ой. Что? Странно. Блин, кажется, я телефон выронила, когда убегала от них. Или в клубе украли, что еще хуже. Да, неприятно. Что за напасть? А я в этом случае всегда говорю, спасибо, что взял деньгами. Спасибо. Жаркое пальчики оближешь. Угу. Правда, Миш? Хлебом, Миш. Лена, где ты была? Почему ты соврала про клуб? От тебя опять пахнет табаком. Можно мне войти?
А ты можешь ответить? Отвечаю. А, врать я научилась у тебя. Б, я была на дискотеке. В, там все курят. И Г, я устала от твоих допросов. Доченька, тебя никто не обидел? Нет, папа, меня никто не обидел. Я все помню. Если меня кто-то обидит, ты придешь в песочницу и всем набьешь морду. Спокойной ночи! Дурдом какой-то. Ладно, пойду делать уроки. Алло. Я сейчас не могу говорить. Ну, поговори со мной, начальник. Не могу. Подбрось меня завтра на работу. Денис, ешь салат. Ух ты, какая наша мама красивая. Куда ты собралась? Я выхожу на новую работу. Сегодня буду поздно. Забери, пожалуйста, Лену из гимназии, Дениса с тренировки. И загляни в банк оплатить кредит, иначе у нас будут большие неприятности. У меня сегодня нету первых двух уроков, поэтому я доеду сама. Ладно. Денис, ускоряйся. Опаздывай. Да, Виктор Семенович. Где? Ну так это совсем близко, я через 5 минут вас заберу. Мы обязательно сразу же обсудим ваш проект, не беспокойтесь. Да? Пока. Пока. Учись хорошо. Заберу тебя после тренировки. Наводишь. Я тоже умею. И что, права есть? Ну, конечно. Я 3 раза сдавала. Чуть с ума не сошла. Все 3 раза мимо. Ну и? И папа подарил. Ну, знаешь, девушке не обязательно знать все правила. У девушки все-таки есть интуиция. Надеюсь, что я доверю тебе свою машину. Даже не думала. Кроме интуиции, у каждой уважающей себя девушки должен быть личный водитель. Папа! Ой, смотри, какой это мальчик. Значит, нет никакой работы. Ты все придумала? Мам, не плачь, пожалуйста. Прости меня. Этот ультиматум дурацкий. Я
Сама не знаю, что на меня нашло. Ты папу совсем не любишь? Нет. Совсем-совсем. Ни капельки. Я поеду с ним. Сейчас на место аварии приедет полиция. Вам ее лучше здесь дождаться. Какая полиция? Я ни в чем не виноват. Я не сбивал своего сына. Он сам налетел на мою машину. Это вы все полиции расскажете. Полиции! Тебе лучше отсюда уехать. Но я... Послушай, полиция не обязательно знает, что в машине был еще один человек. Уходи же ты. Пожалуйста, больше никогда ничего от меня не скрывай, ладно? Ладно. Тогда слушай. У меня сегодня утром на самом деле было два урока. Но я не сделала свой реферат, и поэтому прогуливаю. Ничего еще сдашь. Да, спасибо тебе. Алло. Марин, ты только не волнуйся. Тут случилась небольшая авария. Ничего серьезного. Денис, он... Что с ним? Он немного налетел на машину. На какую машину? Ты что, пьян? Говори четко. На мою машину, на скейте. Его увезла скорая. Денис попал в аварию. Где доктор Кравченко? Простите, пожалуйста. Извините. Извините. Что с моим сыном? Простите, о ком речь? Мальчик после ДТП, Денис Завадский. У мальчика травма позвоночника. Он сейчас без сознания. Насколько серьезно? Пока ничего сказать не могу. Его сейчас готовят к операции. Кстати, операция у нас бесплатная, и все необходимое для ее проведения у нас есть. Но завтра для восстановительной реабилитации понадобятся некоторые медикаменты. Вот. Их придется купить. У вас листочек не найдется? Да, конечно. Я могу его увидеть? Сейчас нет. Ты можешь мне объяснить, что произошло? Почему ты не оказался на дороге? Я не знаю. Я в зеркало увидел, как он несется за мной на скейте. Вот и все. И затормозил. Зачем? Ты что, не понимал, что он в тебя врежется? Ты говорил же, тебя рефлекторно просто нажал на педаль, потому что он кричал что-то. Что он кричал? Я не знаю. Зачем он за тобой гнался? Ты его обидел? Ну, конечно, нет. Вы его видели? Что с ним? Денис сейчас без сознания. Его готовят к операции. Вот список медикаментов. Это нужно купить. Мы останемся здесь, а ты езжай в аптеку. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры. Посчитайте, сколько это будет стоить? Вот, пожалуйста. Сколько? Ну, у вас препараты очень дорогие и довольно-таки дефицитные. И не везде есть. А мы получили недавно. Будете брать? Послушайте, а вы не могли бы мне отложить эти препараты? Просто нет с собой нужной суммы. А, так вы можете карточкой рассчитаться. Хорошо. Отложите, пожалуйста, я через час заберу. Обязательно. Ну, хорошо, конечно. Только не дольше. Нас за это ругают. Спасибо.
Кирюх, привет, это я. Привет, что у тебя с голосом? Да у меня Денис в больницу попал, на скейте на машину налетел. О боже, когда? Водителя задержали? Да на мою машину, Кирюха, ее забрали на штрафплощадку, а Денису теперь нужна операция. Слушай, мне нужно 10 штук. Я понимаю, что я тебе еще прошлый долг не отдал. Влад, дело не в том. Я вчера выкупил круизные путевки, у нас же 20-летие свадьбы скоро. А с депозита жена снять деньги не даст. Ладно, я понял, хорошо, я буду искать где-то в другом месте. Прости, дружище. Лор, привет, это я. Ну что, как сын? Нужна операция. Слушай, мне нужно 10 тысяч. Долларов? Да нет, пока. Лекарства купить. Ну так купи. У меня сейчас проблемы с деньгами. Ну слушай, у меня налички тоже нет. Ну, в принципе. Я просто пользуюсь карточкой, которую пополняет мне папа. Он и контролирует все мои расходы. Приучает к правильному отношению к деньгам. Ну, финдиректор, что ты хочешь? 10 тысяч я хочу, Лора! Господи, идиотизм какой-то. Какие-то 10 тысяч найти не могу, а? Ладно, все, не нервничай. Я попробую занять у подруги. Хорошо, спасибо. Ну, привет. Лора. Ну и местечко ты выбрал. Еле нашла. Лора, нам лучше сейчас в людных местах не светиться, не рисковать. Никто из свидетелей аварии не узнал, что ты была со мной. Это очень даже хорошо. Представляешь себе, твой отец догадался обо всем. Ужас. Такой заботливый. Лор, пожалуйста. Но меня это заводит. Перестань, пожалуйста, у меня стресс. Ну так секс – лучшее лекарство от стресса. Ты не знал? Лора. Я тебе обещаю, тебе сразу станет легче. Так, покупаешь лекарства и мигом на работу. Я буду ждать тебя в нашем кабинете. Лор, ты с ума сошла? Зачем так рисковать? Ну, во-первых, там никого нет. А во-вторых, я люблю риск. Лора! Жду. Жизнь вашего сына вне опасности. Фу, слава богу. Но необходима еще одна операция на позвоночник. Дорогостоящая. Иначе мальчик не сможет полностью восстановить двигательную активность. Но у вас же делают эти операции? К сожалению, нет. Я вам дам координаты одной частной клиники. Там это успешно практикуют. Отличные опытные специалисты, новейшая техника и хорошая статистика по восстановлению. Когда нужно сделать эту операцию? Как можно скорее. Иначе начнутся атрофические процессы. Но у вас есть время, чтобы поискать и найти деньги. Здесь все? Марин, мне нужно уехать. Срочно. Я хочу его увидеть. И я. Денис спит. Он в отделении интенсивной терапии. Приходите завтра утром. Пожалуйста, можно сейчас. Простите. Я не могу вас пустить. Нельзя. Когда можно? Завтра мы переведем его в обычную палату, и будет можно. Пойдемте. Так и знала, что ты придешь. Да. Мне действительно нужен секс. Знаешь, кто сейчас в гостях у нашего босса? Куценко здесь, что ли?
Он же уехал. Ну, как уехал, так и приехал. Подожди, подожди, он может вызвать меня в любой момент или сам сюда придет. Не придет, не переживай, у него гость. Мой папочка. Что? Ты что, с ума сошла? Какой ты. Я вижу, тебя это заводит. Сумасшедшая. Это не реклама, понимаешь? Вот это не реклама. Ну почему? Это скрытая реклама. Она работает лучше. Вот кто уж тебе такое сказал? Наш маркетинг провел исследование. Исследование они провели. Ты подписи на фотографиях видел? Да. Это же название фирмы. Мало того, что они заперли его непонятно куда, так его же под микроскопом рассматривать надо. Наша компания в списке благодарностей за помощь, оказанную в подготовке материала. Ради бога, только про списки эти мне не рассказывай. Кто их читает, эти списки? Я тут недавно, кстати, сметы просмотрел. За те деньги, которые мы им даем, они полжурнала нам должны отдавать. Ну хорошо, я поговорю завтра с Завадским, он в курсе всех нюансов договора. Ну поговори. А чего завтра? Почему не сегодня? Зачем откладывать? Хорошо. Подожди. Подожди. Евгений Анатольевич, да его, скорее всего, уже нет. О, что я говорю? Не, Лен, цирк устроили, ну. Влад, давай, никто не открывай. Влад, а ну открывай бегом. Я сейчас с ключами вернусь. Влад, не дури, открывай давай. А, Юрий Матвеевич, я здесь просто это, вот, заснул, я работал просто. Вот, извините. Стажерша, наверное, забыла. В смысле? Привет, пап. Марш в машину. Да. Бегом. А тебе, урод, я за это такое устрою, что ты до конца дней своих будешь жалеть о том, что на свет родился. Ты что, идиот? Я же тебя предупреждал. Черт. Ой, я там ужин разогрела. Пойдешь, поешь? Нет, доченька, спасибо, нет аппетита. Что ты с этим делать собираешься? Продать или сдать в ломбард? На. Держи. Это неудачная шутка. Денису нужна еще одна операция. Иначе он не встанет на ноги.
Ее делают в частной клинике за большие деньги. Здесь даже на десятую часть не хватит. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. А где Завадский, кто знает? Прогуливает, наверное, там на скейте катается. А я бы на твоем месте так не радовалась, Ситник. Я нашла источник твоего нетипичного решения задачи. Очень хороший математический сайт. Очень. Но с тобой он сыграл злую шутку. Я не списывал. Да списывал ты, списывал. Цифра в цифру. Держи. Меня удивляет только одно. Ты готов сдать Завадского в любой момент. А он, понимая это, тебя прикрывал. Не знаешь почему? Не знаешь. Ладно, я приняла решение. Нашу школу на Олимпиаде будет представлять Денис. Привет, сынок. Как? Значит, это правда. Ты обманывал маму. Денис, ты все неправильно понял. Ты была моя коллега. Врешь. Я видел, как вы целовались. Денис, ты тоже меня пойми. Мама сказала, что мы никогда не будем вместе, что каждый будет жить своей жизнью. Ну, что мне осталось делать? Ты обязательно меня поймешь, когда вырастешь. А сейчас лучше маме не говорить правду, это ее очень расстроит. Я всегда тобой гордился, я всегда знал, что ты у меня самый умный, самый понятливый сынок. Хочешь, очень куплю тебе скейт, а? Самый крутой, самый дорогой скейт. Я буду ходить на все твои тренировки, хочешь? Да, я был не самым лучшим отцом. Но теперь ведь это все в прошлом. Договорились? Значит, договорились. Алло. Здравствуйте, Вера Константиновна. Марина Сергеевна, добрый день. Я надеюсь, что Денис не заболел сегодня, его не было в школе. Передайте ему, пожалуйста, что я приняла окончательное решение. Денис будет представлять нашу школу на городской математической олимпиаде. Вера Константиновна, Денис попал в аварию, у него серьезная травма позвоночника. Господи, а я могу вам чем-нибудь помочь? Ему предстоит дорогостоящая операция, нужны деньги. Я поняла. Я постараюсь что-нибудь придумать. А где он лежит, его можно навестить? Я думаю, что да. Просто мне нужно сначала связаться с врачами. Передайте Денису, что мы его очень любим. Да, обязательно. Спасибо. До свидания. Биологию. Жень, давай мириться. Я тебе столько глупостей наговорила. Прости меня, ладно? Ладно. Как Денис? Я могу ему чем-то помочь? Мы сейчас с мамой ищем деньги на операцию. Без нее он может не встать на ноги. Ужас какой. Слушай, у меня мама раньше в разных благотворительных программах участвовала. Надо с ней поговорить. Хочешь, после школы ко мне поедем? Хочу, но
Все-таки я перед этим заеду в больницу к Денису. Если честно, я его еще ни разу не видела после аварии. Боюсь ему в глаза смотреть. Как подумаю, что он может уже никогда разреветься, боюсь. Так, ребятки, ну что, в принципе, все было круто, мне понравилось, молодцы. Ника. Что? Есть одна простая, но очень важная фишка. Смотреть в ту сторону, куда ты едешь. Это касается любой фишки на колесах. Машины, велика, мотоцикла, роликов, всего чего угодно на колесах. Иначе будешь крутить головой, свернешь шею. Это ясно, да? Поняла? Так, а где Дэн? Кто видел, кто в курсе? Я ему сегодня весь день звонила, у него трубка вырубила. Так, кто увидит, передайте, что до соревнований осталось меньше 2 недель. Мне время пропускать трение. Ну все, все свободны, чешите по домам. Спасибо, пока. Алло? Ян, привет, это Ника. Слушай, а Денис сегодня в школе был? Что? Привет, сынок. Привет. Ну, как ты себя чувствуешь? Нормально. Я вот тебе бананчики принесла, котлетки домашние. Разговаривала с врачами, они сказали, что все будет у нас хорошо. Сынок, скажи, а зачем ты пытался папу догнать на скейте? У тебя что-то случилось? Ничего. Просто хотел с ним поговорить. Привет, Дэн. Привет. Как ты? Выглядишь хорошо. Я же знаю, что ты без музыки никуда. Держи. И наушники. Эти не надо. Почему? Ты думаешь, что они женские? Нет. В интернете написано, что они мужские, так что я тебе их дарю. Не надо. Мне мои принеси, пожалуйста. Ладно. Как скажешь. Привет, сынок. Держишься молодцом? Вот, смотри. Ему этого нельзя. Слушай, я здесь подумал. Когда Денис выздоровеет, сразу махнем на море, а? На какое-нибудь черное, на Средиземное или Красное, будем кораллы собирать, звезды морские. Ну? Кораллы нельзя собирать. Это запрещено. Ничего, тогда просто поныряем с аквалангом. Как вам идея, а? Денис. Денис, что с тобой? Тебе хуже? Нет, просто спать хочу. Пойдемте отсюда. Пойдемте, пусть поспит. Ему нужны силы. Идем, идем. Пока, Дэн. Помни, что я тебя люблю. Никогда не думал, что так влипну. Ну, старик, сочувствую. Все к тому шло. Слушай, ты меня не макай, а? Извини. Кирюх, и... Слушай, я понимаю, это сейчас все не вовремя, но мне очень нужны деньги. Может, ты возьмешь кредит для меня? Мне не дадут, у меня дом еще не погашен. Если бы такие решения сам принимал.
Но я на это явно не пойдет, она тебя недолюбливает. Ну, ты скажи, что не для меня, для сына. Она тоже женщина, в конце концов, мать. Слушай, ты в своей семье что, вообще веса не имеешь? Ну, зачем тогда? Мы просто все решения принимаем вместе и уважаем мнение друг друга. Ты, кстати, можешь продать машину. Ты же за нее кредит уже выплатил. Машину на штрафстоянке. Да не могу я без нее. Ну, даже если и так, то сколько мне за нее дадут? И 100 лет в обед. Ну, сколько бы не дали, это уже неплохие деньги. Да нет, я, конечно, попробовать могу, но... Ну, смысл? Ну, я без нее как без рук, и... Нет, это не вариант. Не вариант. Чего явился? У меня вопрос жизни и смерти. Если вопрос о твоей жизни и смерти, тогда вали. Аллочка. Меня уволили с работы, на меня семья, кредит. Ты что, охренел? Пришел на жизнь денег попросить? Нет, Эл. Меня сын в аварию попал. Нужна операция, понимаешь, на позвоночнике, Элла. Так ты решил напиться? Молодец. Мужик, решаешь вопрос. Элла. Давай, вали. Элла. Молодец. Элла! Элла, ему всего 12. Элла! Мой бедный мальчик, он может не встать на ноги. Ты понимаешь это, Элла? Ты понимаешь, как ты сейчас? Ты бездушная стерва. Привет. А как тебя пропустили? Привет. Ну, я сказала им, что твоя девушка. Они смеялись. Как ты узнала, что я... Ну, ты не пришел на тренировку. Да и телефон у тебя был вне зоны. Вот я решила Янке позвонить, твоей однокласснице. Она сказала, что сейчас в твоей школе собирают средства. Мы, кстати, с ребятами тоже сбросились. Получилось немного, но все-таки... Зачем? Какие средства? Ну как какие? Тебе же нужна срочная операция. Мне? Здравствуйте, Максим Викторович. Здравствуйте. А я уже хотел вам звонить. Что-то случилось? Сегодня мы с коллегами еще раз обсудили ситуацию. Провели дополнительное обследование. К сожалению, все оказалось гораздо серьезнее, чем мы думали. Вот томография показала, что медлить нельзя. Операцию нужно делать уже на этой неделе. Сейчас тебе кое-что покажу. Вот это вот я снимала перед тренировкой. А вот это вот... На длинном фокусе, как ты советовал. Круто. Здравствуйте. Здравствуйте. Это моя мама. А это Ника. Мы с ним вместе тренируемся. Приятно познакомиться. Ладно, Денис, я, наверное, пойду. Мне уже пора. Ну, я завтра приду. Можно? Конечно. Все, тогда до свидания. До свидания. Ой, боже мой, чуть не забыла. Вот, возьмите. Это вам. Что это? Это мы с ребятами собрали на операцию. Здесь немного, но мы еще соберем. Спасибо. Все, тогда до свидания.
почему ты не сказала мне про операцию? Я хотела, но позже. Все действительно так серьезно? Мам, не надо просить деньги у чужих людей. Это так унизительно. Я сам смогу. Я встану. Да, ты встанешь, ты сможешь. Вот еще трое пишут, что перечислили. Нужно тете Леру предупредить, что у нас осталась всего неделя. Она обещала связаться с благотворительными организациями, с которыми раньше работала. И они обещали помочь. Но как-то все слишком мягко. Света еще раз даст объявление в своей газете. Алло? Да, Элла, здравствуйте. Встретиться зачем? Хорошо, давайте завтра в 11 часов я в кафе «Альбатрос» буду с подругой встречаться. Спасибо, до свидания. Кто это был? Одна знакомая. Нашел время пить. У меня горе. У меня любимый сын умирает, и я не могу ему ничем помочь. В общем, я поговорила с нашим главным редактором. В принципе, мы даем такие объявления в эфир. Не знаю, как оно работает, но вдруг. Да. Спасибо тебе огромное. Да. Пока еще не за что. Марина, ну почему ты не хочешь все рассказать Андрею? Он же может помочь. Я очень сильно его обидела. Мне кажется, он просто не станет помогать. Ты серьезно? Добрый день. Здравствуйте. Я хочу помочь. Пусть Денис поправляется. Спасибо. Тебе, наверное, неприятно, да? Она очень хорошая женщина. Она мне очень нравится. Если бы не вся эта история с Владом, могли бы с ней подружиться. Господи, боже мой. Рука, наверное, уже затекла? Нормально. Следующая капельница через пару часов. Ай! 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 Что случилось? Ай! Что болит? Ай! Спина! Из-за доктора. Доктор, сюда! Чего появились боли? Резко повернулся или возникли без причины? Я попробовал встать. Что? Обезболивайся, быстро! Так, не двигайся. Что с ним? Не волнуйтесь, присядьте. Он жив?
Ну, конечно, жив. Успокойтесь, Марина Сергеевна. Денис попытался встать, чем усугубил свое состояние. Дело в том, что мы не можем так долго держать его на обезболивающих. Операцию нужно делать как можно скорее. Но у нас нет денег. Мы, конечно, собираем, но у нас всего пока треть. Я понимаю. У меня к вам маленькая просьба. Не показывайте сыну свое волнение. Я тебя очень люблю, сынок. И ты обязательно поправишься. Нужно только немножко подождать. Прости меня, мам. За что? Я соврал тебе. Отец попросил, и я... В общем, я не просто так гнался. Я увидел его с какой-то женщиной. Они поцеловались, и она села к нему в машину. Я разозлился и поехал за ними. Боже мой. Я хотел, чтобы он видел. Хотел, чтобы он видел, что я все знаю. Я дурак. Нет. Ты не должен так говорить, Денис. Я дурак. Если бы тогда не объявил тебе бойкот и не поставил бы ультиматум, ты была бы сейчас счастлива с тем человеком. И я бы тоже не лежал здесь. Мам, я хочу попросить прощения за все. Сынок, ты ни в чем не виноват. Это мы с отцом должны просить у тебя прощения. Вот эту сумму еще перестали на счет Дениса. И вот эту, да. Да. Это Денису. Это те, что ты копил на спортивный велосипед? Ничего накоплю еще. Спасибо тебе. Пресвятая Богородица, помоги моему сыну встать на ноги. Пошли ему скорейшее выздоровление. Прости меня за грехи мои. Но избавь моего сына от страданий. Прости меня. Но избавь моего сына. Я все знаю, Влад. Денис мне все сказал. Ты мог причинить боль мне, но Лена и Денис, они этого не заслужили. Марин, я... Пожалуйста, я тебя очень прошу, не надо ничего говорить. Ты столько времени врал, что я просто не смогу тебе верить. Пожалуйста, просто собери вещи и уходи. Навсегда.
Все в порядке? Тебе плохо? Все нормально, просто голова закружилась. Все прошло уже. Пойдем, пойдем. Может, будет лучше позвать кого-то из врачей? Или хотя бы стакан воды попросить? Нет, 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 девочки, все нормально, все хорошо. Все уже прошло. Ты знаешь, нам еще денег перевели на счет тети Леры. Это хорошо. Спасибо людям. Но, к сожалению, этого недостаточно. Счет идет на часы. Денис может умереть? Нет, 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 что ты. Просто в его позвоночнике идут необратимые процессы. И если вовремя не сделать операцию, то он уже может не встать. А что, если выйти на улицу с ящиком для денег? Если это сделает весь наш класс, то можно собрать много. Алло. А кто это сделал? Когда можно перевозить? Прямо сейчас? Да, хорошо. Хорошо, спасибо вам большое. Кто это? Звонили из клиники, которую советовал доктор. Спрашивали, когда мы перевезем Дениса, предлагали свои услуги по перевозке. То есть, не согласились сделать операцию бесплатно? Нет, просто кто-то внес нужную сумму. Кто? Я не знаю. Нет, я не хочу, спасибо. Сама иди поешь. Я не голодна. Ой, привет, девчонки. Привет. Мариш, ты что вообще трубку не берешь? Прости, пожалуйста, я замоталась и не смогла тебе позвонить. Ну, как обычно. Ну, как Денис? 4-й час операции идет. Господи. Ну, мы надеемся, что все будет хорошо. Тебе в больнице сказали, что он здесь? Да нет, конечно. Я еще раньше знала, чем вы сюда привезли. В смысле? В общем, Марин, это Андрей оплатил операцию Денису. Ну, ты извини меня, что я вроде как за твоей спиной, что ли. Но я позвонила Андрею и все рассказала про Дениса. Андрей? Операция перенес. Хорошо. Уверен, теперь пойдет быстро на поправку. Но потребуется длительная реабилитация. После таких травм быстро не восстанавливается. Скажите, он сможет ездить на скейте? Сможет. А также на велосипеде, коньках и самокате. Ну, девчонки, не раскисаем. Самое страшное позади. Правда ведь, доктор? Да. Ой, спасибо вам. Здравствуйте, а вы к кому? Здравствуйте, мне нужен Андрей. А Андрей Константинович? Так он здесь больше не живет. Он продал нам квартиру в срочном порядке и уехал. Извините, пожалуйста, а куда он уехал, не знаете? Да не знаю, куда-то за город. А, сейчас, подождите.
Вот я записала улица и номер дома. Ну, на всякий случай, вдруг что-нибудь с квартирой не так или с документами. Вот, перепишите. Я запомнила, спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуй. Я ищу домик Егеря, улица Берег 7. Это где Макаровна жила? Да. А, так это тебе вон туда надо. По тропинке вверх, а там направо. Ну и немножко полем. Далеко отсюда получается? Ну, это как кому идти? Мне долго будет, а ты минут за 10 управишься. Спасибо. Ой, а молочка не надо? Свежее, только утром надоело. Андрей, здравствуй. Здесь нельзя стоять по технике безопасности. Хочешь молока? Прости, я тебя очень сильно обидела. Я тебя давно простил и отпустил. Спасибо тебе за Дениса. Не за что. Он в порядке? Да. Благодаря тебе. Я окончательно прогнала Влада. Я не хочу жить с этим человеком. Не хочу и не могу. Даже ради детей. Спасибо еще раз за деньги. Я все верну. До свидания. То самое место, о котором ты мне говорил.
Да. Ты сказал, что отпустил. Прости меня. Прости.